Сайты. Сайты? Чего ты нервничаешь? Выбираем из тех вариантов, что у нас есть, да? Из тех вариантов, что у нас есть. Вот. Первый сайт. Вот мы открываем первую. Ну, скажем так, не сайт даже, давайте называть это резюме, да? Резюме. Вот. Поехали. Резюме первого нашего журналиста Александрова Ксения. И я журналист. Ксюша знает, что он от этой жизни хочет. Меня зовут Александрова Ксения, и я журналист. И здесь все должны сказать здравствуй Ксении, поаплодировать. Примеры работ. Да, нажимаем, открываются примеры работ. Почему ты петербуржец? Проект не уехавший. Это твои все, да, работы? Если да, то круто, молодец, вообще умничка. Потому что чем больше будет личных работ у вас на сайтах, тем будет интереснее и вообще прикольнее все это читать. Вот, навыки, да. Вот Ксюша здесь у нас. Какая фотография, какого года, интересно, это? 2000 какого? 15-го? Очень такая здесь-то молодая. Вот, резюме, журналист, копирайтер, корректура. Ты кто? Я корректура, ребята. Ребята, я корректура. А я журналист, а я копирайтер. Вот. Тогда уж корректор. Создание контента, техредактирование. Вот. Смотреть резюме. Вот. Прикольно, круто, молодец. Вот это уже невеста. Вот. Круто, что очень большой здесь текст личного авторства. Это мне очень понравилось. Вот. Наоборот, мне кажется, что здесь вот уставшая, да? А здесь пошла уже в Ранхикс учиться, то есть такая красивая. Вот. Хороший текст, сама написала, круто, молодец, очень нравится, умничка. Молодец, прикольный сайт, хороший текст, мне понравилось, вообще вопросов нет. Берем тебя на работу главного редактора. Двигаемся дальше. Волковыцкая Ксения Руслановна, журналистка. Но скорее не журналистка, а журналист. Потому что это универсальное слово для мужского пола, да, и для женского. Журналист. Прикольный сайт, интересно сделан. Начинаем его. Отдаю свое место на работу Ксюше, буду фрилансером. Уставшая, пошла в Ранхикс отдыхать. Да, какие... Так, двигаемся. Волковыцкая. Улыбающийся, позитивный человек. Статьи. Тоже твои работы, да? Вот на самом деле эти вот сайты ваши, это вот ваша, блин, крутая, ваша, одни из самых нужных работ, что вы вообще будете делать. Потому что это ваше портфолио, ваша презентация себя. И у вас будет задание скоро на зачет. Я вам сегодня старости скину его. Не на зачет, ну да, на зачет, но и на следующий семинар. Вот, там вам нужно будет прям проявить другую совсем свою сторону. Статьи, контакты, можно будет позвонить, вот, написать. Статьи ВКонтакт. Вот. Круто, интересно. Хорошие статьи, хорошие материалы. Вот, интересный сайт. У нас не отдыхают, у нас пашут. Фомичева, да? Просто себя не жалеют. Так, дальше Горева. 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 Ася Горева. Ася Горева, поехали. Ночь. Улица. Нет? Ася Горева, поехали. Здесь у нас. Кто же это? Так, и... А, фото здесь. Прикольная фото, кстати, вообще грамотная. А, Шилина. Нет, вы умнички у меня. Вы с каждой работой все больше и больше радуете. Но этого мало.
информация, да, фотохудожник. Ну, такая небольшая информация в таком от первого лица, собственно, меня зовут Ася, привет. В каждую снимок я вкладываю душу, вот, где же я работаю. Вот, все, с тебя фотосессия. Я когда в Петербург вернусь, вот, с тебя фотосессия в уличном стиле. Так, двигаемся дальше. Прикольно, молодец, умничка. Двигаемся дальше, потерял я ваши сайты. Где же ваши сайты, друзья мои? Сейчас закрою все это. Сайты, вот они. Дальше, Жукова. Жукова. Да, крутой сайт, согласен. Ой, прикольно, какой сайт. Может, она делала сайт фотографа. Поддерживаю Машу, крутой сайт. Валерия Жукова. Хорошо, что сразу идет приветствие. То есть мы понимаем, кто это, чей сайт. Чтобы познакомить тебя с Ариадной, начинающий журналист, учусь в Сиурон Хикс на втором курсе. Да, хороший, интересный. Веришь этому тексту, потому что написан явно от души и так далее. Вот. Прикольная фотка, позитивная. Сразу улыбка возникает, собственно, и хорошее настроение. Нет, не по списку. Что я могу? Видеосъемка, видеомонтаж, режиссура. Этому вот верю, что человек любит создавать проекты, то есть ты понимаешь, что он-то все будет от души. Яркие фотки, хорошее настроение, авторская программа. Пошли по ссылке, да? Нашли сразу. Почему лимона делают из искусственного лимонного сока, очистящие средства из натурального? Почему? Действительно. Прикольно, слушай, вот вы, на самом деле, у вас только скрывается прикольного, чего вы мне это все не показываете, я не понимаю. Все скрываете от меня. Монтаж репортажа, монтаж клипа, видеоурок здесь. Вот, рубрика новостей. О, да. Блин, кто ж вас так вырезал, а? Руки оторвать, руки просто оторвать. А это что на тебя сидит, смотрит, оценивает? Что ты рот закрыла? Все сейчас начнется просто. Я лучше не буду это смотреть. Ну, вот. Прикольно, Жукова, молодец. Вообще грамотно, круто, умничка, вообще огонь. Берем тебя на роль зам главного редактора. Так, дальше кто у нас там? Дальше у нас... Так, следующий сайт. Поехали, блог о еде. Залозная пишет. Ну да, прикольно, когда вот люди обыгрывают свои фамилии. Это сейчас модно, давно уже стало. То есть, да, я вас тоже называю по фамилиям. Вот, Залозная пишет, пишу о еде и не только. На мой сайт, журналистские работы. Это вот на самом деле очень крутые работы ваши, блин, я прям вообще безумно рад, что вы такие работы сделали, что я вам такое задание отдал. Кофейный ответ на вопросы в кризис. Вот. Прикольная, милая фотография. Вот. Эти все работы, и, кстати говоря, я... Все ваши работы, о них знают, собственно, и знают, какие у нас творческие молодечки. И находятся вот сейчас в Барселоне. В Барселоне. Круто, умничка, молодец. В творческом поиске, умничка. Кайф. Вообще, конечно, это одно удовольствие. Вот я эти работы, когда... Просто не просто заставляют меня гордиться каждым из вас. Вот. Дальше открываем. Клинчева. Валерия Клинчева, журналист. Я Валерия. Радостный человек, энергичный, ведущая мероприятий. Резюме, навыки, проекты. Давайте резюмешку откроем. Прикольно написано. Мне 20 лет. Навыки создания веб-сайта, работа в Adobe Photoshop, Sony Vegas. Ну, короче, на все руки мастер. Телерадиожурналист. Фортепиано, вокал, брать от жизни все. Проекты. Фомичева,
вполне возможно, находись, выложив в сторис фотографию какую-нибудь и напиши там геолокацию Барселоны, будешь в Барселоне. Молодежный форум Калининского района. О, здесь же мы были с вами вместе, я же вас туда вводил, помните? Поколение Z. О, туда же я есть на фотографии. Молодец. Вот он сейчас, подождите, вернусь. Вон, видите? Вон он. Быстро не ставится. Прикольно, круто, молодец, умничка. Клинчева. Ну, вообще все молодцы. По сайтам никому вообще вопросов нет. Ну, к тем, кто прислал, никому из вас, ни к одному человеку вопросов не возникает. Поехали дальше. Кокорина Лиза. Прикольно, необычный вообще фон, необычная история. Ну, вот. Цитата Брэдбери здесь. Журналистка для меня — это способ исследования мира. Отправимся в Вулканипсис вместе. Какой она журналист. Прикольно, стильно. Белый-черный, да, черно-белая фотография. Ну, вот. Слушай, сегодня прям Симонова там, я смотрю, как в фильме «Брат» с поговорками говорил там один бандит. А Симонова сегодня такими прям статусами ВКонтакте, да, говорит. Закрой паблик, статусы для ВК, пожалуйста, Лиза. Крушая иллюзии, блог в Телеграм. Ну, так, я жду ссылку на этот Телеграм-канал, чтобы читать тебя. Все ваши проекты, которые вы, собственно, там ведете, снимаете, пишете, пожалуйста, все мне ссылки скиньте. Я хочу это все читать, смотреть и кайфовать от ваших работ. Круто, стильно, кайфово. Один из самых лучших вообще сайтов и самых лучших работ, наверное. Вот. Молодец, Лиза, от души вообще. Двигаемся дальше. Круглова. Я Лиза, журналистка в Торгово Петербурга. Вот. Пропишу про экологию, являюсь основателем экодвижения Зеран Хиггс Гретель. Тексты, которые пишет автор. Вот. Криминальную Россию, да я все наизусть знаю серии. Вот. Так что ты тут меня не возьмешь этим. Фотографии, вот. Работы, да, авторские. Круто, умничка, вообще вопросов нет. Все очень понятно, интересно и привлекательно. Милый, да, милый, хороший сайт, без вопросов. Так, Куриева, поехали, Куриева. Куриева. Монтаж и спецэффекты. Так, ссылка, да, появляется? Сейчас, подожди. А, вот она история какая прикольная. Круто, круто, согласен. Круто. И, кстати, статья интересная вообще. Я почитаю обязательно. Переработка, нажимаем, да? Ой, как круто. Я все смотрю, ты видишь? Я вернулся на твой сайт. И экология в разных странах мира. Смотрит. Не все смотрит. Ты смотри, а? Я все смотрю просто для эфира, то есть, ну, все читать и смотреть-то очень долго будет. Вот. А так вы, конечно, все свои работы там друг дружке покидаете, чтобы каждый посмотрел. Так, поехали дальше, на ком мы там остановились. На Куриевой. Куриева, поехали. Ну, я про это, да. Крутой сайт, Лиза, красотка. Куриева, монтаж, спецэффекты, мои работы, портфолио, Dual Media. Это видео, кстати. Нажимаем на видео, открывается у нас ссылка. Вот, ссылка работ. Прикольно, интересно, круто, умничка. Вот. Ой, извиняюсь. Круиз, вот работа, да, тур в Грецию при использовании премьера и After Effects. Кибербуллинг, логотип,
Вот прикольно, очень грамотно работы, Куриева, молодец. Я даже и не знал, что этим занимались. Вообще много чего нового у вас узнал по этим работам. Вот. Ну, допустим, откроем тур Грецию. Круиз, нажимаем на плав. Вот, на монтажик, да, хорошо. Умничка, умничка. Так, дальше двигаемся. Двигаемся дальше. Мельникова. Мельникова, поехали. Фотограф-любитель. Вот тут все знакомые лица. Обо мне информация появляется. Реальный, значит, фотограф. Творчество, креатив. Нет, это не она снимала, она монтировала. Вот. Чернихов, адрес у нее по адресу факультета. Круто же. Природа. Фотографии. Очень милая фотка. Где была снята, раз интересно, расскажи. Вот. Прикольно, круто. Фото работы. Это хороший кадр, вообще огонь. Сразу летом запахло. Так, фото работы и портфолио. Заказ фотосессии, точнее, извиняюсь. Вот расценки, необычная съемка. Портрет малыши. Круто, умничка Мельникова, молодец. Так, Павлова. Так, сколько еще осталось? Осталось 7 слайдов, 7 этих сайтов. Павлова, поехали. Анна Павлова обо всем. Журналист, автор, мыслитель, философ. Кобзон. Вот такая вот штучка вылазит здесь на сайте сразу. Напишите нам. Давайте напишем что-нибудь. Напишем что-нибудь, что... Ну, потом напишем, ладно. Вот, как музыка влияет на мозг человека. Все в волокне. Со мной можно связаться. Находится на Федора Абрамова, 20, корпус 1. 15 минут материал на заказ пишет. Интервью пишет 2 часа. Вебинар, 45 минут. Записаться можно. Анна Павлова, пожалуйста. Интервью на заказ 2 часа. Записаться. Так, друзья мои, двигаем, да, видите, у меня какой мультик показывается, милый, вот, двигаемся дальше, Полина, Самсонова, да, я оценил Кобзона цитату, ребята, вопросов нет. Так, сейчас, секундочку. Мы знаем, да, что Кобзон умер. Зачем нам еще раз-то говорить? Так, сейчас, секундочку. Поехали, Самсонова. Люди, кино и литература. Прикольно, прикольно. Фотограф. Фотографии, тексты. Ну, тут тексты интересно. Фомичева, ты еще не знаешь, сколько дел можно, столько я еще делаю за кадром. Истории, Краснодар, да, фотографии можно открыть. Вот. Ну, здесь как бы, да, у тебя все, и фотографии, и тексты, я понял. И контакты. Вот, контакты. Ну, они когда-то будут, да, здесь, наверное. Так, молодечек, умничка. Дальше, Лиза. Сейчас, секундочку. Лиза, поехали. Прикольно, здесь у нас такой дым, питерский смог, да? Вот. Снимаю все, что вижу, делаю из этого, что то, что чувствую.
Вот, снимаю все, что вижу, то, что мои мысли. Прикольный здесь ролик идет у нас. Ну вот такая, такой ролик прикольный. Прикольно, интересно. Я видеограф, я журналист. Делаю то, что чувствую. Вот, кто я, про себя пишет. И связь со мной. Если мы с вами ощущаем ментальную связь, то пишем, звоним и сделаем вместе с Лизой качественный и крутой продукт. Да? Двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Фомичева, настало твое время порадовать нас. Фомичева Настя, студентка второго курса. Вот она нас смотрит. Вот. Обо мне. Добрый день, меня зовут Настя Фомичева, студентка, так и так, волонтером участвую. Вот. Мой девиз – жизнь, движение, навыки, монтаж видео, редакт текстов, съемка видео и связь со мной. А, это все? Можно отзыв, да, оставить? Все. 6/8 Черняховского. У нас, по-моему, 6/10, нет? Она осуждает, да, нас? Не, прикольно, что минимализм, я люблю его. Да, жаль, что не работы будут, все придет. Так, Маша Харитонова. Маша Харитонова. Журналист моей работы. Социальный ролик. Вот классно, что у Маши врезана ссылка прямо сюда. Прикольный ролик свой, молодец. Когда вы сами, собственно, участвуете, это, конечно, это круто. Скрытая реклама. Я помню, да, этот ролик вышел, у меня делали. Умнички мои, репортаж. Инфантилы, да. Да. Подробнее в репортаже. Цель форума выявить. Да, репортаж. Ну, Маша о себе рассказывает. И написать можно. Круто, Маша, вообще огонь. Круто. Круто, молодечек. Так. Марго. Два сайтика, ребят, осталось. Но вы, конечно, вообще умнички все. Space. Онтологичный. Кого не показал, пожалуйста, скиньте мне в личку, я потом открою. Все, кто мне скинул, то есть я скопировал. Возможно, чей-то потерялся. Space. Немного о себе. Такая милая фотография, я ее не узнать даже здесь. Маргарита Чкадова, всем повезло попасть. Прикольно, очень хороший текст есть написан. Вот. Все видео смотреть, допустим, да, нажимаем на смотреть. Самоизоляция, допустим, поехали. Доброго времени суток. Привет, я помню этот ролик. Я этот ролик помню. Вот. Работы, репортажи. Круто, умничка, молодец. Вот этот тоже один из самых, наверное, веселых роликов. Вот. Ссылочки, контакты. Круто, интересно. Молодец. Молодец. Шилина. Сейчас открою, ребят, не переживайте. А то у тебя, да. Мария Шилина здесь. Сколько тебе тут лет, интересно. Тоже, да, из прошлого фото. Начинающий журналист. Петь под гитару в дождевую погоду. Играть на фортепиано Титаник и Ель Сибелиуса. Прикольно, интересно, круто. Пресс по ВГУ класс.
Шила лучшая тут пишет. Вот она наконец-то улыбается. Веселая поступила, да, на факультет наш. И счастлива. Вот. Веду паблики ВКонтакте, онлайн-марафоны. А где твои эти, где информация про твои лагеря детские, я не понял. Лангриды, понаехали тут, нажимаем на ссылку, открывается работа, да? Какой город ваш? Вот, вот здесь, собственно, фотографии. Вот. Прикольно, круто, много очень работ авторских, что очень радует, отзывы специалистов, ну и так далее. А, ну вот эта информация, да, вот. Так, ребята, ну что, все? Кто мне там что прислал? Так, Рачик. Интернет плохой, на Новожилова. Вот мой сайт, копируем его. Копируем сайт. Ссылка вредоносная, Новожилова. Вот что ж ты со мной делаешь? Сейчас перекопируем, подождите, сделаем по-другому. Да, будет смешно, если там сайт пустой. Блин, эти вот ссылки, да, они бесят безумно. Сейчас мы скопируем вот так вот. Угу. Новожилова. Милена, начинающий журналист. Очень милая фотография. Обо мне. Родилась в Латвии и в Риге. Учусь в Санкт-Петербурге на втором курсе в нашем вузе. Обожаю литературу. Только начался путь, да, не терпится приступить к работе образования. Вот, и связь со мной. Минимализм такой, вот как, наверное, у Фомичевой. Вот у вас похожие сайты. Так, похожие сайты. Так, ну и что у нас там осталось, ребятки? Кто у нас там остался? Тарасохина. Так, Александрова, что это? Да почитаю я, господи, переживаешь. Лопардина. Сейчас откроем твой сайт, не переживай. Ой, сейчас откроем сайт твой. Блин, Лопардина, от тебя. Вот он, фотограф. Фотографер. Так, я открою, открою, открою. Твой, наш любимый фотограф. Заказать съемку можно, да, открываем съемку, концертная съемка 2500, автограф-сессия 2, бэкстейдж 1500, портретная 1000, съемка метод 1500. Базируюсь в Санкт-Петербурге. Вот. Как на концертах, так, да-да-да, прикольно, интересно, что ты базируешься в Петербурге и можешь нас пофоткать. Будем обращаться. Это примеры работ. Очень интересная работа. Необычная. Примеры работ. Вот. Здесь примеры работ. Ура, работает. Хоть что-то заработало, да? Заработало. Ссылка на Instagram аккаунт. Вот. Вот, и так далее. Вот, круто, интересно. Умничка. Заказать съемку. О проекте. Вот, и заказать съемку. Писал уже, можно заказать съемку. Написать ВКонтакте. Вот, либо что-то еще. Так, ребятки, все, да, все? А, вот же сайт еще, точно. Сейчас, 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 ребятки, сейчас, секундочку. Финальный, все.
на сегодня финальный, и подытожим сейчас все работы, которые вы сделали. Я стал журналистом, потому что хотел максимально близко подойти к сердцу мира. Генри Люс, американский журналист. Меня зовут Маша, я пишу о том, как устроен наш мир. Прикольно, интересно, круто. Это 300-летие, да, парк? Вот. Становится горячее. Вот. Открываем текст, и пошел текст, написанный нашим прекрасным автором, студентом. О, Господи. Трешак, да? Вот, идет текст. Вот. Открытие 21 века. Те, кто их совершил. Идет интересный текст. Круто, круто. Мне прям очень все нравится. Учись, студент. Красная книга, фильм об экологии и так далее. И тоже есть ссылка на Инстаграм. Вот, можно подписаться. Так, друзья мои. На этой прекрасной ноте я хочу вас всех сказать большое спасибо за ваши работы. Они очень крутые. Каждая работа просто безумно классная. Они заслуживают того, чтобы быть отмеченными всеми наградами, собственно, и всеми высочайшими просто баллами, которые есть в истории высшего образования, общесовременного. Вот. И обязательно я эти работы... Я просто все работы, лучшие работы скидываю для того, чтобы вас оценили в деканате, да, чтобы декан оценил ваши работы и так далее. То есть поэтому, ну, эти сайты все я сам Бог велел просто показать всем нашим коллегам, да, чтобы вы понимали, что вы молодцы. Вот. Все будет, и автоматы будут, и все будет. Вот, посмотрим. Можно, да, как... Все, вопросы есть какие-то? Я безумно рад, мне очень все понравилось, круто. Молодцы, прям класс. Вот. Это вот стоит того, чтобы творить, делать и так далее. Какие-то вопросы, если есть, пишите. Если нет, то спасибо большое за эфир. Было мне очень интересно, кайфово, как всегда, с вами общаться. Даже в таком формате сообщений и ваши работы смотреть. Какая Маша? Кто? Напишите. Где сайт? Кого я забыл? Ну, какой сайт? Да вижу, блин. Сейчас. Вижу. Вижу, вот у нас, копировать ссылку, ставить и перейти. Вредоносная ссылка у тебя. Ладно, сейчас копируем так. Копировать, вставить, копировать, скопировать, вставить. Ой, блин. Не то копирую. Вставляю. Все, последний сайт. На этом сайте мы закончим. У меня аж запотела камера здесь на твоем сайте. Вот. Обучение журналистики в Zeuron Higgs. Обучение, выезды на базу, мероприятия. А вот вы здесь все. Кто этот человек? А, да ладно, нифига себе, он так изменился. Вот, тут опоздала, да, немного Марго на фотосессию. Вот. Ставим лайки. Начало новой главы в жизни студента. Да, нажимаем. Открывается статья интересная. Первый выезд по психологии. Вот. Дальше видео. Музычка даже есть. Можно музычку послушать. Статейки. И можно связаться. Круто, круто.
Круто. Все, друзья, мы на этой прекрасной ноте еще раз всех вас благодарю. Большие умнички, молодцы. Всех люблю, по всем соскучился. Скоро увидимся. И напишу сегодня старости новое задание. Пока. Всех приглашаю на канал СТС на просмотр мультиков. Все, выключаемся. Всему свое время. Всему свое время.